Министра образования и науки Аслана Саринджипова просят подать в отставку. С таким предложением во время пленарного заседания выступил депутат Мажилиса Азат Перуашев. Лидер фракции АКЖОЛ мотивировал это тем, что министерство провалило порученное задание. Дело в том, что по утвержденному плану в этом году необходимо было отказаться от аттестации и перейти к аккредитации вузов и учреждений технического и профессионального образования. Добавлю, что Саринджипов сегодня пришел с новым законопроектом в Мажилис. Документ предполагает очень много изменений в системе образования. Например, он устанавливает обязательство работодателей предоставлять рабочие места для прохождения практики. А студентов, обучавшихся по государственному гранту, обяжут отработать по специальности не менее 3 лет. Новые правила должны вступить в силу с 2017 года. Мне кажется, что громкие заявления господина Перуашева связаны с лоббированием интересов мелких частных вузов, которые превратили обучение в бизнес, и с лоббированием интересов частных аккредитационных агентств, которые тоже превратили контроль качества в образовании в бизнес. Но глава государства перед нами поставил задачу модернизировать высшее образование, бороться с этими явлениями, поэтому эту работу по повышению качества высшего образования мы продолжим.